Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем строить наш красивый дом, маленький дом. И тут уже, прикиньте, корова хочет зайти пописать в туалет. Уходи, уходи, это мой туалет. Нет, нельзя доверять коровам мой дом. И нельзя забывать про стекло. Что-то FPS многовато. Ну ладно, малый фактор, неучтенный, как так сказать. Золотой блок. Здесь даже не знаю, что придумать. А, придумал! Это будет... Нет, это не сработает. Не, ну это вообще не сработает. А, все! Все, ребят, я придумал. Ребят, это вообще, знаете, какая идея крутая. Вы вообще такой идеей никогда не подумаете о такой идее. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот так, возьмем ведро лавы. Так, все. Ай, вау, карту не надо. Так, это сюда. Ой, тут же шерсть, она ведь гореть будет. Ребят, их прорывы. Я просто очень плохо строю дома. Не знаю даже, как вам сказать. Я... говнюнель по домам, типа того. Не забывайте, что это первая часть. А в первой части я плохо еще умею что-то делать. Но тем временем я сделал небольшой подогрев для дома. Поэтому можно убрать факела. Так, давайте так. Это так, так. Не забывайте, в следующей серии присоединится долгожданный мной обещанный друг Алекс Русаков. Следующая серия будет точно не сегодня. Мы думаем, когда это сделать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Ссылка на них будет в описании. Главное, чтобы корова не зашла и не пописила в туалет. Причем в мой туалет. Да еще и вообще ненормальные коровы стали вообще уже. Даже трудно сказать, почему корова зашла. Вообще, неправильно какие-то, тупые. Тупые коровы. Извините меня за выражение. Тупые коровы. Еще раз. Да. Так, так. Это будет, ну, по крайней мере, не коробка. Это будет типа замка такого. Точно, замок, вот. Наверное, в следующей серии или потом, когда лучше буду строить, обязательно построю замок. Это учтенный фактор, обязательно построить замок. Так надо. Замок красиво. Хорошо. Учтенный фактор. Не забывайте, просто скайп моего друга, но это случайно он попал в кадр, я его убрал. Этот неучтенный фактор. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.